Сегодня открылась и обновленная экспозиция Музея истории Тюменского областного суда. Она называется «Страницы Тюменской Фемиды». Здесь можно увидеть кабинет судьи времен царя Александра II, а с помощью VR-очков перенестись в Тобольск и побывать еще в одном уникальном музее, расположенном в историческом здании – доме купца Корнилова, где до 1917 года находился Тобольский окружной суд. Часть экспонатов музею подарили сотрудники, некоторые были найдены в ходе работы. Например, одно из судебных дел в Казанском районе. Гражданское дело, датированное 8 июня 1941 года. Вот. Это очень интересный такой вариант, когда можно было проникнуться, посмотрев это дело, проникнуться теми реалиями, которые были накануне Великой Отечественной войны, как работали судьи, в каких условиях они работали. Даже вот некоторые решения написаны были и на обоях, на каких-то. Также сегодня чествовали ветеранов. Эти люди внесли свой вклад в развитие судебной системы региона. Награды, которые были сегодня вручены, посвящены столетию Верховному суду Российской Федерации. Очень высокие и достойные награды.